LG H502F Hard Reset. Чтобы сделать сброс настроек на этом аппарате, нужно попасть в рекавери, либо в меню его напоминающее. На LG это может быть минусы питания, может быть плюсы питания, но чаще всего это плюс, минус и питание. Значит, зажимаем ему плюс-минус и питание. Так, плюс-минус и питание. Загорается заставка. Мы быстренько питание бросаем и снова плюс зажимаем. Если не срабатывает, то пробуем минус и питание. Заставка загорается, питание бросаем, минус держим и снова тут же зажимаем плюс. Все это быстро, прям так раз-раз. Вот давайте попробуем минус и питание, две клавиши. Минус и питание. Сейчас заставка загорится, я питание брошу и тут же зажму. Бросил и тут же зажал. А минус я все это время держал. Не получится, попробуем то же самое с плюсом и минусом. Сейчас держим две клавиши. Если ничего не сработает, попробуем еще раз только с плюсом и минусом. Ну, судя по всему, уже что-то должно было произойти, поэтому выдергиваем батарейку, вставляем. Значит, еще раз. Минус и питание. Держим две клавиши. Загорелась заставка. Сейчас заставка загорелась, питание бросили, тут же зажали. Появилось вот такое меню. Значит, на этом аппарате делается по минусу и питанию. Минус и питание зажимаете, вибрация. Все еще держим две клавиши, загорелась заставка. Питание бросили и тут же зажали, а минус все это время держите. Попали вот в такое меню. Выбираем «Yes». И выбираем еще раз «Yes» кнопкой питания. Наводим на строчку «Yes» и снова нажимаем на питание сзади клавишами. Значит, два момента, о которых нужно говорить. Так, я сейчас поставлю на заряд, потому что у меня аппарат немножко севший. Делать это надо все на заряженном аппарате. Так, сейчас выберем «Yes» на нем. Он пошел делать сброс. Значит, два момента, о которых нужно говорить до того, как вы будете делать все эти операции перед любым сбросом, перед любыми прошивками на Android 5.1 и выше, нужно выйти из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, выбираете гугловскую учетную запись, в правом верхнем углу кнопка с тремя точками. Удалить аккаунт. Если этого не сделать, после сброса либо прошивки он будет просить старую учетную запись и пароль от нее. Если вы их не знаете, у вас как бы серьезные неприятности. У меня есть на канале плейлист ФРП Google, но там есть далеко не все модели. И лучше до этого не доводить. Вот он нам делает нужные операции, пытается делать сброс. После зеленого робота он будет там минут 5-10 включаться. И второй момент. Этот сброс убирает лишь мелкие неприятности, мелкие глюки, такие как графический ключ, мелкие ошибки приложения и так далее. Для чего-то более серьезного нужна прошивка. Все, оставляете телефон лежать, 5-10 минут он будет включаться, ключ чистый, как с витрины. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал.